Филипп Киркоров во время своего шоу в Кремле залез на огромный крест с изображением распятия и пел. Почему он не нарисовал полумесяц? Как у мусульман. Штаны наложат. До последнего этого пробирочных ребятишек все вырежут. А тут можно что угодно делать. Но как мы должны поступать? Должны ли поступать как мусульмане? Зарезал его под лица и все. Мы так не можем делать. Мы можем помолиться. О нем молитвы у меня нет. Я могу сказать: Господи, обрати его несчастного. Что он делает? Без матери, без отца дети останутся. Когда выступил Жириновский Владимир Вольфович, что, вот смотрите, вакцинировали в прошлом году у нас вот 40 миллионов, а 70 с лишним миллионов где? Это саботажники. Сейчас его ролик стоит, а половину отрезали. Он говорит, их арестовать надо всех. Вот я если не принял, арестовать. И там пускай в лагере будут. Я сразу сказал, это последнее выступление. Бог заткнет этот поганый рот за детей своих. Все. А он 8 раз его накачивали. И как будто его никогда не было. Тысячи минков, миллионы рублей потратили на это. Это последнее, что он может получить в этой жизни. Чтобы в аду ему другого не было уже. Итак, этот Киркоров, ну кто он такой, откуда? Бога не признает. Церковь запретила в пробирках выращивать суррогатные матери, чтобы были. Он никого не признает. Ну залез он, ну, залез и слез. Спать пошел домой. А перед Богом это осталось. И то, что вы говорите об этом, и ваша молитва дойдет туда. Ему что говорит? Он все это знает. Вот так. С Богом. Отхожу. Христос воскресе! Воистину воскрес! Воистину воскрес Христос! Аллилуйя! Воистину воскрес! Все, отключаюсь. Воистину воскрес!